оправдание, почему я опоздал на работу. А мне не надо это оправдание, понимаете? Ну хорошо, тогда представьте, пожалуйста, ваше удостоверение. И удостоверение я не дам, и оправдание дам. Чего вы опоздали на работу, это не мои проблемы. А почему мы стояли тогда? Потому что не платили за проезд, мы стояли. Мы мали полный это моя проблема? Что? Да, это ваша проблема. Угу. Отлично. Ну и все. Не вопрос.